это день с ОРТ, и вот о чем расскажем в ближайшие два часа. О самых актуальных событиях и резонансных темах региона узнаете из новостей дня. Какие вопросы больше всего волнуют родительскую общественность в самом начале учебного года? И насколько важно включение мам и пап в педагогический процесс? Чему и как учат родительский университет? Разговор с экспертами в теме дня. Обмен опытом и инновациями в сфере агропромышленного комплекса. Новые договоры о сотрудничестве. Итоги выставки «Миновой двор» в специальном репортаже наших корреспондентов. Итоги выборов, матч Медведев-Джокович и теракт 11 сентября. Чем оренбуржцы интересуются в поисковой системе? Анализируем всплеск запросов за последние сутки. Экстренная посадка самолета в поле, конкурс на самого ленивого человека и день рождения панд-близнецов. Самые яркие кадры со всей планеты. Употребление спиртного разрушает самоконтроль, приводит к опасному поведению, может стоить здоровья и жизни человеку. Специалисты напоминают о вреде алкоголя. В эфире «Новости дня», в студии Даниил Добрин. Здравствуйте. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И вначале коротко некоторые темы выпуска. В Оренбурге работал заместитель генпрокурора России. Николай Шишкин взял под контроль ситуацию с ремонтом кровли во второй гимназии. Орскнефтеоргсинтез начал отгружать дизельное топливо на нефтебазы в Орске и Оренбурге. Аграрии смогут продолжить уборку и сев озимы. Таможня помогает фронту. В зону специальной военной операции отправлены сотни комплектов защитной амуниции. Проверки суррогатного алкоголя вновь продолжаются. С начала года в Оренбурге изъято свыше 3 500 литров. В Оренбурге появилась необычная дорожная разметка. То ли дорожники что-то напутали, то ли в правилах ПДД появились новшества. Владимир Путин отметил 4 оренбуржцев государственными грамотами. Соответствующий указ подписан президентом, сообщают в правительстве области. Почетную грамоту президента России за трудовые успехи и многолетнюю работу получит глава Тотского района Владимир Ковешников, а также глава Ташлинского района Владимир Сусликов. Среди награжденных начальник управления по развитию потребительского рынка Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Евгения Прокофьева. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетной грамоты будет отмечена учитель 3-го лицея города Оренбурга Татьяна Воробьева. Напомним, почетная грамота президента является одной из самых престижных наград. Она вручается государственным лицам, деятелям в области науки, культуры, искусства, воспитания, просвещения и спорта, авторитетным представителям общественности и деловых кругов, тем, кто внес значительный вклад в реализацию государственной политики страны. Заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин во вторник работал в Оренбурге. В программе общение со студентами и преподавателями вузов, которые готовят юристов, а также проблемная ситуация во второй гимназии областного центра. Все подробности в материале Айнуры Алиевой. Гимназия старой постройки. Требовался ремонт кровли. По решению прокуратуры муниципалитет выделил необходимую сумму. Но вот только с подрядчиком не повезло. Из выделенных чуть более 2 миллионов было потрачено всего 50 тысяч. Организация лишь создавала видимость работы. Крышу разобрали. На этом процесс прекратился. Подрядчик скрылся. Была проведена проверка и возбуждено уголовное дело. В этом году казалось, что все сложилось, и деньги нам муниципалитет выделил. И на торги мы вышли, и проект откорректировали, потому что время прошло уже. Но нам очень не повезло с подрядчиком в этом году. И вот это, вот, наверное, самая большая боль. Разобраться с этой проблемой приехал заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин. Он осмотрел здание, узнал все подробности и взял под контроль ситуацию. Сейчас у гимназии уже есть новый подрядчик. За месяц удалось восстановить часть кровли. Впереди еще много работы. Мы заключили договор, что разрешено законом, с единым подрядчиком. Кровлю на спортзале сделали новую. Кровлю вот над двухэтажным зданием центральным нашей гимназии подрядчики, там, где она протекала, они ее
подремонтировали, чтобы этот год мы спокойно проучились. Кроме обсуждения вопросов в гимназии, заместитель генпрокурора России Николай Шишкин встретился с преподавателями высших учебных заведений. Во время круглого стола обсудили вопросы материально-технической базы, а также подготовку студентов для дальнейшей работы в органах прокуратуры. Мы стимулируем наших сотрудников, чтобы они приходили к вам, чтобы они встречались со студентами. Пусть из этих студентов ничтожный процент, там 3-5% заинтересуются работой в прокуратуре, но чтобы они видели живого прокурора, чтобы они из его уст слышали, чем занимается прокуратура, чем должна заниматься прокуратура. Затем была организована встреча со студентами вузов, которые готовят будущих юристов. Каждый мог задать интересующие вопросы. Кто-то из этих учащихся, возможно, посвятит свою жизнь прокурорской деятельности. Айнура Алиева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Предприятие «Орскнефтьоргсинтез» начинает отгружать дизельное топливо на нефтебазы в Орске и Оренбурге. С аграриями заключаются первые договоры, сообщает Денис Паслер в своем телеграм-канале. Как поясняет глава региона, Министерство сельского хозяйства области совместно с «Орскнефтьоргсинтез» проработали схему обеспечения наших аграриев топливом для бесперебойного окончания уборочной и посевной кампании. Достигнуты договоренности о переводе части экспортных поставок топлива на внутренний рынок Оренбуржья. Отгрузка в территории региона будет увеличена в 2 раза, чтобы выровнять цены. Минсельхоз отработает организационные моменты. Важно устранить дефицит топлива. У нас все для этого есть. В ближайшее время определимся с объемами. Вопрос решается в том числе и на федеральном уровне. Сельскохозяйственный календарь требует строгого соблюдения сроков, поэтому важно, чтобы все было выполнено вовремя. Уже на этой неделе начнется отгрузка топлива в хозяйство. Техника продолжит работу в полях. Таможня помогает фронту. В зону специальной военной операции отправлены сотни комплектов защитной амуниции. Откуда подарок бойцам, узнал Александр Криволапов. 40 мешков с востребованными в зоне специальной военной операции наколенниками и налокотниками везли предприимчивые гости из Узбекистана. Они планировали на них заработать. Однако благодаря действиям самарских таможенников и пограничников весь этот товар попадет на передовую абсолютно бесплатно. В погоне за прибылью бизнесмены загрузили весь товар в отечественный «Ларгус», но были остановлены на пункте пропуска. Документов на амуницию у них не нашлось. Рыночная стоимость всего товара оценивается в 1,5 миллиона рублей. Теперь это все поступит на фронт бесплатно. Данные подлокотники и наколенники были нами обнаружены в ходе таможенного контроля на МАПС «Горчин», в результате чего впоследствии данный товар был не продекларирован участникам ВЭД, после чего мы вышли в суд с предложением сделать товар бесхозным, соответственно, получение решения суда. После решения суда было принято руководством самарской таможни передать данный товар для средств специальной военной операции. Военные грузят мешки с подарками в КАМАЗ и благодарят таможню. Налокотник, конечно, от пули или осколка не спасет, но при падении от ушибов и ссадин защитить сможет. В основном колени, конечно, и налокотники тоже приносят свою роль, защищают от травм, порезов, ушибов. Таможенники готовы помогать фронту и далее. Из незаконного оборота изымаются моторное масло, запасные части к автомобилям, спортивные костюмы, кроссовки, которые также могут пригодиться бойцам на передовой. Александр Криволапов, Игорь Бероев. Новости дня. На Эреклинской ГРЭС создали первого в России робота. Он диагностирует оборудование на электрической станции. Это первый отечественный комплекс. Он состоит из наземной роботизированной самодвижущейся платформы и беспилотного летательного аппарата. Все необходимые опытные испытания уже прошли на Эреклинской ГРЭС. Человек задает диагностический маршрут, а робот выполняет поставленную задачу, собирает данные при помощи камеры. Время автономной работы роботизированной платформы до 4 часов. Собранные данные обрабатываются на сервере. Аналогов наземных роботов для диагностики состояния оборудования в России пока нет. Над созданием роботизированного комплекса работал коллектив ученых Уральского федерального университета совместно с Российским технологическим университетом. Над разработкой трудились около 3 лет. Сейчас ненадолго прервемся, и вот о чем расскажем далее в программе. Не переключайтесь. Проверки суррогатного алкоголя вновь продолжаются. С начала года в Оренбурге изъято свыше 3500 литров. В Оренбурге появилась необычная дорожная разметка. То ли дорожники что-то напутали, то ли в правилах ПДД появились новшества. Какой день на этой неделе будет самым теплым? Прогноз от синоптиков областного гидрометцентра.
Это новости дня, мы продолжаем. По данным областного министерства сельского хозяйства, намолочено больше 2,5 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность составила 14 центнеров с гектара. Убрано 73% площадей по всему региону. В этом году площадь уборки зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств области больше 2,5 миллионов гектаров. Лидерами по урожайности остается Курманаевский район. Там на 1 гектар приходится более 24 центнеров зерна. Дальше следует Бузулукский район – 22 центнера на гектар. Грачевский район – 21 центнер с гектара. Переволоцкий и Алексеевский районы с результатом почти 19 центнеров с гектара. Больше всего зерна намолочено в Курманаевском районе – 176 тысяч тонн. Свыше 100 тысяч тонн намолочено в Новосергиевском, Бузулукском, Бугуруслановском, Ташлинском, Илекском, Первомайском, Шарлыкском и Осикеевском районах. Ну а сейчас к ситуации на валютном рынке. Данные Центробанка России сейчас на вашем экране. В Оренбурге с начала года изъято из оборота более 3500 литров нелегального алкоголя. Проверки продолжаются после массового отравления суррогатом в нашем регионе в октябре 2021 года. Только за прошлую неделю проверено 179 магазинов, ларьков и кафе. Проверки прошли в 39 муниципалитетах. Выявлено нарушение. Таких оказалось 64. Сотрудники полиции составили протоколы, изъято 50 литров сомнительного алкоголя. Всего же с начала года выявлено почти 1500 нарушений, а из оборота изъято более 3500 литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Напомним, случаи массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области произошли в октябре 2021 года. Тогда в сомнительной продукции был обнаружен метиловый спирт. Жертвами паленки стали жители Домбаровского, Адамовского районов, Яснинского городского округа и Орска. Возбуждено 14 уголовных дел. В Оренбурге появилась необычная дорожная разметка, которая вводит автомобилистов в заблуждение. На въезде в областной центр со стороны колхоза имени Ленина двойная сплошная увеличилась вдвое. В правилах дорожного движения подобной разметки, которая состояла бы сразу из четырех полос, нет. Возможно, дорожники для большей надежности разделили транспортные потоки четырехполосной сплошной. Краски явно не жалели. Тем временем на отремонтированных городских дорогах разметки до сих пор нет. Такие претензии в адрес властей города Оренбурга высказывал губернатор Денис Паслер на одном из последних заседаний областного правительства. Не исключено, что дорожники по ошибке раскрасили белые линиями не те дороги. Как бы там ни было, но подобные новшества удивили и потешили оренбуржцев. В Оренбурге появится новый автобусный маршрут. Он разработан специально для жителей новых микрорайонов ЖК «Победа», «Ботанический сад» и «Времена года». Презентацию нового маршрута представили на заседании городской транспортной комиссии. Маршрут номер 82 начнет свою работу совсем скоро, поясняет в администрации города. Его ждут жители новых микрорайонов. Количество новоселов с каждым годом прибавляется, и уехать, по словам людей с этих районов, особенно в час пик, довольно проблематично. Решить наболевший вопрос призван новый автобусный маршрут, который должен соединить торговый комплекс «Медовый» и железнодорожный вокзал с движением через улицу маршала Рокоссовского. Однако перевозчик ждет официального открытия построенной магистрали. Планируется, что зеленый свет движения транспорта будет дан в ноябре. Пока же 82-й маршрут будет следовать по измененной схеме от ТК «Медовый» через улицу Березка и далее по улице Терешковой до конечной остановки ЖД «Вокзал». Оценить новый маршрут горожане смогут уже в ближайшее время, говорят в администрации. Планируемая дата начала работы – 18 сентября. Подведены итоги первого дня военно-спортивной игры «Зорница-Поволжья». Напомним, финальные состязания юнармейцев стартовали в Оренбурге 11 сентября. Участие в соревнованиях принимают 18 команд. Преодолели ров, лабиринт, разрушенную лестницу, стену и траншею. Полоса препятствий сходу показала подготовку участников. Лидерами состязаний стали юнармейцы Нижегородской области. Второе место заняли представители Оренбургской области. Третьей финишировала команда Пермского края. Также конкурсанты показали свои возможности в силовой гимнастике. Юноши выполнили подтягивания на высокой перекладине, девушки – отжимания. Победители определяли в личном и командном первенстве. По предварительным результатам
результатам наибольшее количество баллов набрала Республика Татарстан. Второе место заняла Нижегородская область. Третья позиция у Оренбургской области. Вечером для участников окружного финала прошла экскурсия по выставочному комплексу «Салют Победа». Юноармейцы возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память героев. Во вторник – очередной конкурсный день. Он начался с представления визитной карточки команды. Затем состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и бегу на 60 метров. Этапы проходили в санаторно-оздоровительном лагере Самородова. В рамках ежедневной образовательной программы далее пройдет тематическая встреча «Сохраняя прошлое, создаем будущее». Окружной финал юноармейской военно-спортивной игры «Зорница Поволжья» в нашем регионе будет проходить до 16 сентября. Участие в нем принимают 18 команд из всех регионов Приволжского федерального округа, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. О спорте. Две победы в трех матчах. Волейболисты оренбургского «Нефтяника» открыли сезон выступлением в Кубке России. Первый этап традиционного Кубка Ревы наша команда проводила в Уфе, где собрались четыре клуба Суперлиги – «Нефтяник», «Енисей», «Нова» и «Урал». Сначала оренбуржцы провели продолжительный пятисетовый матч с «Енисеем». В напряженнейших стартовых партиях наши взяли первую – 25-23, красноярцы – вторую – 29-27, отыграв 4 сетбола. Затем опять обменялись победами, а на тайбрейке борьба очко в очко завершилась в нашу пользу – 15-13. Получилось хорошо побороться, получилось посмотреть практически на всех игроков. Так или иначе, это первая официальная игра в новом составе. И очень много интересного увидели. Да, проиграли бы тоже, были бы не сильно расстроены, но поскольку выиграли, довольны результатом. Следом «Нефтяники» встречались с «Новой». Наш соперник по минувшему плей-ауту нацеливается на новые задачи. В межсезонье состав новокуйбышевского клуба пополнили связующий сборной Австралии «Досанж» и наш старый знакомый Максим Пурин. Усилившиеся волжане выиграли стартовый сет 25-22, а наши и гораздо крупнее все последующие. Итог 3-1. В целом выдержали всю игру, съем держали и защищались хорошо, на блоке хорошо, я считаю, сыграли. Начало сезона, пока нет химии в любом случае. Многие команды обновились, поэтому как бы пока все сыгрываются, и поэтому такой волейбол вязкий достаточно. Еще никто не на пике формы точно. В башкирском туре оренбуржцы презентовали все три комплекта игровой формы. Красную, синюю. В завершение с хозяевами из Урала сыграли в белой. Она принесла удачу лишь в первой партии 25-20. После чего уфимцы обрели уверенность и взяли три сета подряд. Допускали минимум ошибок. В принципе, упустили только второй сет, но там начала рисковать команда на подаче. Поэтому где-то там прием чуть-чуть провалили, но справились. Внесли корректировку, да, справились, разобрались уже в третьей партии. В результате «Енисей», «Урал» и «Нефтяник» имеют по две победы при одном поражении. Но по очкам оренбуржцы пока третьи. Второй этап наша группа проведет через 10 дней в Красноярске. Анатолий Юденич, Егор Катаев. Новости дня. И теперь о погоде в нашем регионе. В ближайшие два дня область будет находиться под влиянием тыловой части циклона. Ветер северо-западного направления. Так сообщают в областном гидрометцентре. Дожди ожидаются в первой половине недели, затем на выходных. В среду осадки пройдут в западном, центральном и восточном районах. Температура все еще остается прохладной. Ночью от 4 до 9 градусов, днем от 12 до 17. В среду будет легкое потепление. Начиная с четверга и, в принципе, в пятницу наша область будет находиться под влиянием антициклона, под влиянием гребня. Поэтому здесь у нас осадки практически прекратятся. Если они будут, то будут иметь несущественный характер. Это в основном юг области, юго-восток области. Ну, небольшой дождь еще возможен, но в целом без таких сильных осадков. На выходных ожидаются дожди на севере и востоке области. Ветер северо-западного направления. Самый теплый день на этой неделе – воскресенье, от 16 до 21 градусов. На этом все. Напоминаю, еще больше информации на нашем сайте urttv.ru. Также присоединяйтесь к группам телеканала в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8 987 852 6011. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Thank you.
студии с метеопрогнозом Анастасия Рыбалкина. Через пару секунд я поделюсь с вами, какая погода ожидает нас в ближайшие сутки. Здравствуйте! Уважаемые родители, спешите получить информацию о получении социального сертификата на обучение по дополнительной образовательной программе, которая доступна в личном кабинете на госуслугах с 1 сентября 2023 года. Консультации по телефону 43 50 93 или по адресу: город Оренбург, улица Советская, дом 41, областной дворец имени Поленичка, региональный модельный центр дополнительного образования детей. С севера на регион будет распространяться гребень антициклона, то есть поле повышенного атмосферного давления, которое будет способствовать улучшению погодных условий. Количество облачности уменьшится, осадки пройдут лишь в отдельных районах, а температурный фон будет слабо расти. В ближайшие сутки облачно с прояснениями. Ночью преимущественно в западных и восточных районах, а днем преимущественно в западных и центральных небольшой дождь. Ночью и утром в западных и центральных районах туман, ветер северной четверти с переходом на восточную четверть. Ночью 3,8 метра в секунду, а днем 5,10. Температура воздуха ночью 4,9 со знаком плюс, днем плюс 14, плюс 19 градусов. И по районам подробнее. На западе области ночью 6,9 со знаком плюс, а днем плюс 16, плюс 19. Центр и юг в ночное время плюс 6, плюс 9, днем плюс 16, плюс 19. На севере ночью 5,8 со знаком плюс, а днем плюс 14. Плюс 17. На востоке в ночное время плюс 6, плюс 9 градусов, днем плюс 15, плюс 18. В Оренбурге в ближайшие сутки временами небольшой дождь. Температура воздуха ночи плюс 6, плюс 8, днем плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба и будет расти. Впереди нас ожидает облачная погода с прояснениями. Проведите эти осенние дни с пользой для себя и своих близких. Всего доброго и до встречи! Начало учебного года – это всегда волнительное время, как для обучающихся, так и для учителей и, безусловно, для родителей. Какие вопросы больше всего волнуют родительскую общественность и возможно ли найти на них ответы? Насколько родители школьников активны сегодня и важно ли включение мамы и пап в педагогический процесс? Чему и как учит родительский университет? Об этом поговорим сегодня с нашими экспертами. В студии кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики высшей школы, руководитель службы родительского университета Оренбургского государственного педагогического университета Анастасия Павловна Еремина, а также кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и социологии ОГПУ Евгения Владимировна Конькина. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Я вот уже обозначил, да, что все-таки, как вот принято говорить в узких педагогических кругах, существует педагогическая триада, да, если профессионально говорить, школьник, учитель и родитель. Вот насколько сейчас вот этот баланс соблюдается, насколько родители действительно заинтересованы в участии в педагогическом процессе, то есть в воспитании и в обучении своих же деток? Заинтересованность за последние годы становится все выше и выше. Да, это наблюдается в связи с тем, что вот мы оказываем данные услуги, и, соответственно, родители все больше и больше обращаются за различными вопросами. Вы ведете аналитику такую? Да, мы сдаем мониторинги, мы постоянно активно участвуем в различных таких статистических данных, поэтому я могу точно сказать, что родители стали более активными. И хотелось бы сказать о том, что родители стали понимать о том, что они имеют такое некое преимущественное право за обучение своего
ребенка, за воспитание, потому что они несут ответственность в первую очередь вот в этих планах. Семья сегодня – это социально-культурный такой институт, от развития которого зависит стабильность всего общества. И именно там закладываются как раз-таки все основы, да, развития ребенка, фундамент социализации, первичная такая социализация. И родители начинают это понимать, да, что именно они активно помогают ребенку развивать его качества, такие как ответственность, самостоятельность и все другие. Но вот все-таки вот бич этот остался, когда вот он особенно был заметен во время пандемии, когда родители просто вот были удручены тем, что дети рядом с ними, то, что якобы школа должна, вот отдал ребенка в школу и успокоился. Сейчас вот это вот развеялось, это облако такое невежество, я бы сказал. Ну, еще осталось, все равно еще осталось, потому что все-таки институт детско-родительских отношений пока еще переживает кризис. И, соответственно, ну, по каким-то по запросам определенным мы это понимаем. Но сегодня даже учителю трудно в тех изменениях, которые происходят, сориентироваться. Постоянно происходят изменения в системе образования, и, соответственно, и родитель тоже не успевает за теми изменениями, которые проходят. То есть это школьная программа меняется, законодательство? Стандарты актуализируются, будет сказать. Да? Содержание постоянно меняется, корректируется, дополняется чем-то. Естественно, родители не успевают за теми изменениями, которые происходят. Поэтому вот и наряду с педагогами, с классными руководителями, со школой, как профессиональный такой посредник, мы стараемся оказывать вот такие услуги, которые помогает методически подсказать, каким образом родителю помочь своему ребенку. Евгения Владимировна, а вот есть ли какие-то такие всплески интереса у родителей? Или это вот всегда идет ровненько? Или все-таки есть сезонный интерес? Сейчас сентябрь. Потом, наверное, там летом, наверное, никто не интересуется детьми, да? Вы знаете, интересуются родители и летом, и зимой, в общем-то, независимо от времени года. И вообще надо признать, и Анастасия Павловна уже об этом сказала, и мы с коллегами говорим о том, что у нас там работает огромный коллектив наших преподавателей, представителей разных направлений педагогической деятельности. Надо сказать, что интерес высок всегда, но есть специфика времени года. Как вы уже правильно сказали, если это сентябрь, то это начало учебного года, адаптация к школе после каникул. Потому что нам после отпуска сложно выходить, а детям тем более. Здесь психологический аспект, в первую очередь. Психологический, да. Вы знаете, не только психологический. Здесь, наверное, и физиологический, потому что нужно раньше вставать, нужно как-то структурироваться во времени, в работе, в деятельности. Здесь, наверное, будет еще специфика, вы говорите, летом нет запроса. Летом тоже есть запрос. Куда отправить ребенка отдыхать? Как правильно и с максимальной пользой использовать летнее время? Чем его развлечь? Какие вообще возможности города, организации кружков и секций существуют? Ведь у нас есть и коррекционные педагоги, и педагоги дополнительного образования. Дополнительное образование очень тоже интересует родителей. В кружок, секции, факультатив, лагерь и адаптация. Хороший вопрос вы затронули. Да. То есть, получается, что сейчас родитель больше заинтересован даже на время летних каникул, чтобы ребенок все-таки проходил какой-то развивающиеся игры, да, не просто отдать его вот так вот, да, как раньше это было, наверное. Совершенно верно. Совершенно справедливо. Родители стараются с максимальной пользой провести лето тоже. То есть, если это летний отдых, то чтобы это был или детский оздоровительный лагерь, или какой-то городской лагерь, но чтобы ребенок не болтался без дела. Потому что, ну, сегодня нагрузка такова на детей, что с одной стороны нужно отдохнуть от школы, но в то же время как-то вот эмоционально подкрепиться, зарядиться, психологически как-то переключиться на какие-то другие виды деятельности. Но чтобы лето не прошло бесполезно, скажем так, бездарно. Чтобы это вообще чтобы была какая-то деятельность. Чтобы ребенок не просто пробегал, да, все лето там. Да. Если говорить о специфике запроса в соответствии с сезоном и годом, то мы наблюдаем, наверное, рост активности родителей старшеклассников, когда идет дело к сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Тогда, значит, запрос на снятие школьной тревожности. Что постоянно присутствует, тоже как было уже отмечено, это запросы на то, как воспитать самостоятельность, трудолюбие, навыки самообслуживания. Ну, естественно, родители очень беспокоят проблема гаджетов и интернет-зависимости, потому что, ну, сегодня и взрослые, мы тоже очень любим социальные сети и так далее. То есть вот есть какие-то запросы, которые постоянно тревожит и беспокоит. А есть то, что вот, ну, действительно вот такой вот обусловлено, да, какими-то событиями, вот, привязанными к времени года.
Обращаясь в родительский университет, то есть родитель имеет дело с квалифицированными педагогами и психологами прежде всего, да? Да, у нас в службе работает более 20 консультантов, и при этом это и доценты, да, и профессора, которые как бы остепененные, и психологи, педагоги в разных сферах. Они проходят постоянное повышение квалификации именно в этой сфере. У нас в прошлом году Институт коррекционной педагогики организовал нам курсы, где консультанты прямо точечно по разным вопросам проходили, ну, различные обсуждения в течение года всего. У нас 4 диспетчера, которые обрабатывают запросы и могут эти запросы перенаправить уже конкретному специалисту. То есть любой родитель может онлайн или по телефону обращаться к вам? Да, это у нас есть сайт службы. Есть группа ВКонтакте, поэтому это можно онлайн. Можно позвонить по телефону. Есть телефон горячей линии, который работает по всей стране. Бесплатный звонок. Uh-huh. И причем здесь работают несколько вузов, не только мы. И кто первый берет, да, трубку, кто-то отвечает. Тоже педагогические вузы других регионов, да, получается, да, на горячей, да, линии. Да. И, соответственно, и к нам тоже поступают запросы. Можно ответить сразу, можно записаться на консультацию, можно ответить в любых мессенджерах, uh-huh, какие необходимы. То есть все-таки есть возможность для тех, вот есть люди, которые воспринимают личное общение, для них тоже есть ниша, и вы всегда рады. Да, да, да. Анастасия Павловна, вопрос в первую очередь к вам, наверное. Как вообще пришла идея у нашего старейшего вуза, который там с 1919 года, если не раньше, да, занимался именно тем, что натаскивал будущих педагогов, учителей, да, повышал квалификацию наших педагогических работников, обратить свой взор на родителей. Вот как пришла идея, с чего все началось? Вообще, при проектировании программы развития в 2018 году, впервые проанализировав все возможности, вызовы, угрозы, да, которые имеются, проанализировав национальные приоритетные задачи, впервые заработал проект «Родительский университет» в рамках программы развития. Это все нацпроект образования, нет, да, пока получается? Нет, пока просто проект программы развития нашего университета. А, то есть вы снизу пошли? Да, мы сами инициировали, и на тот момент, за вот 2018 год, если посмотреть, порядка 20 всего лишь событий было проведено разного формата. Этой конференции, круглые столы, родительские всеобучи, да, то есть наши педагоги участвовали. Вот. И в дальнейшем уже в 2021 году мы стали участниками реализации национального проекта образования, федерального проекта современной школы. То есть вот как раз-таки в 2021 году впервые была создана служба ОГПУ.ру. То есть это федеральный грант? Это госзадание, госзадание, да, средства госзадания, мы оказываем услуги как раз-таки психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям. У нас в России несколько вузов таких. Да, да, достаточно большое количество организаций, не только вузов, это разные организации и некоммерческие, в том числе, которые участвуют в этом проекте. В Оренбургской области мы тоже не единственные, вот, импульс-центр у нас методически работает, и в Орске есть центр практической психологии, они тоже работают вот в этом направлении. То есть жители Восточного Оренбуржья могут адресно тоже обращаться? Да, но у них единственное, что более чуть узкие тематики, они работают с семьями, которые планируют взять детей. Но у вас налажено взаимодействие. Если какие-то, да, вопросы они не, конечно, могут ответить, конечно, вы подхватываете. Конечно, да. А с какими вопросами чаще всего обращаются? Вот конкретно родитель, вот чаще всего что тревожит их? Возрастные особенности детей, угу, вот как раз-таки адаптация, вопросы развития самостоятельности, действительно, как защитить ребенка от гаджетов. В последнее время актуальны стали, как развивать уверенность ребенка, как, угу, создать ситуацию успеха, тайм-менеджмент ребенка. Вот такие вопросы вот стали более актуальны. Ну, тайм-менеджмент – это, по-русски говоря, режим дня. Да, да, как организация, да. То есть родители уже задумались об этом, да? Да. Ну да, наверное, я добавлю, что, конечно, если это учебный год, это проблема школьной тревожности, это проблема адаптации к учебному заведению, потому что, ну, ребенок иногда начинает как-то испытывать определенные затруднения в общении со сверстниками. Это бесконфликтное общение, это взаимодействие, детское взаимодействие. То есть здесь разный совершенно диапазон вопросов, но вот, как уже было отмечено, все вообще носит, все запросы такой, в общем-то, точно индивидуальный характер, но то, что тревожит всех,
всех, это вот адаптация к тем изменениям, к тем событиям, которые сегодня происходят. Ну и как ребенка сделать счастливым, встроить его вот в этот ритм, темп, чтобы он не выпадал, чтобы он был успешен, чтобы он был собран, чтобы он был концентрирован, чтобы он справлялся с нагрузкой учебной и вот вообще всей нагрузкой, которая выпадает. Я бы еще, не только школа, но еще и доп. Образование. Извините, хотела бы дополнить, что очень радует такой интересный запрос нетрадиционные способы приобщения школьника к семейному чтению. Вопросы литературного, речевого. То есть как заставить ребенка читать книжку по-русски? Да, да. Стали очень актуальны. Часто родители обращаются с такими вопросами. И как, кстати, вот правильно заставить ребенка, чтобы у него не отбило это на всю жизнь желание к чтению? Тем более сейчас дети-то у нас не очень-то читающие. Они больше, если читают, то больше с гаджетов, наверное, все. Вы знаете, ну поскольку мы работаем в педуниверситете, у нас студенты все-таки очень читающие, во-первых. Во-вторых, никто не отменял главного метода воспитания. Воспитание примером. Если дети видят родителей с книгой, если родители читают, то родители своим примером заражают детей и приобщают к этому виду деятельности. Если то есть здесь ничего нового не придумали. Ничего нового. Ну, вы знаете, масса нового, потому что сегодня есть такое понятие, как функциональная грамотность. То есть не просто прочитал, а еще и осознал, понял, прочувствовал. Усовершенствовали процесс. Усовершенствовали процесс. Детализировали, усовершенствовали. То есть его алгоритмизировали, этот процесс. Не просто прочитал, а уяснил, запомнил, воспроизвел. Но всегда это делает родитель и чаще всего все-таки своим примером. А вот смотрите, насколько, конечно, корректен будет, если что, вы меня поправите. Вопрос такого рода. Современные дети, они стали тревожнее, они стали беспокойнее, они стали более отстраненнее как-то, вот, более в себе. Или это ярлыки, которые напрасно навешаны, или, в принципе, просто раньше не проводились последние исследования. Вот. Как здесь? Я, наверное, дам слово Евгении Владимировне, потому что она как консультант более... Вы знаете, наверное, детство всегда сопряжено и с эмоциями, и с чувствами, и с переживаниями. И вот эмоциональный интеллект, он, наверное, не пострадал. Дети также эмотивны, дети также сочувствуют, также просят купить животных, также умиляются там и плачут с каким-то литературным героем или героем сказки. Нельзя сказать, что дети стали другими. Они также чувствуют, они также переживают, они также страдают, если это конфликт у родителей, если это распадается семья. То есть дети совершенно так же переживают и чувствуют. И запрос родителей показывает, что для детей какие-то события конфликтные в коллективе или в семье, они являются такой же психологической травмой. То есть, как это было раньше, так и сейчас. Но что сегодня, наверное, нужно отметить с радостью, то, что все-таки и родители как-то тревожатся состоянием детей. Не расти там, вот выпустил на улицу, и пусть растет, и бог с ним там, да, уже... Хотя и раньше тоже очень много детством занимались. Но сегодня вообще целое... Есть такое понятие, как инфраструктура детства, экономика детства. Сегодня столько вот того, что организует пространство ребенка. Сегодня столько, да, внимания обращается на то, как организовать там день рождения, провести, организовать праздник. То есть сегодня очень многое вращается вокруг ребенка. Ну и к тому же семьи-то молодетные. А такие вопросы вам тоже задают? Как организовать детский праздник? Куда обратиться? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Кстати, наши студенты большие молодцы. Они активно работают, участвуют вот в организации и детских праздников. И вот мы просто знаем конкретные примеры, когда этот вопрос не находит вот не просто ответ, а интересные мероприятия проводятся и так далее. То есть, получается, наш Оренбургский государственный педагогический университет, как всегда, он, как говорится, выстрелил во всех зайцев. То есть, еще и студентов, будущих педагогов, вы тоже активно вовлекаете в эту работу уже сразу. Прям со студенческой стороны. Ну, в части консультативной такой помощи нет, конечно, а так как параллельно проект программы развития все равно работает, поэтому, конечно, да. В других мероприятиях, которые связаны с конференциями, со всеми остальными направлениями, да, конечно. А то есть получается, что и нынешние студенты, они получают больше знаний, когда проходят педагогику, сдают зачеты, больше знаний о взаимодействии с родителями, да? Раньше же практически об этом-то и не говорилось в рамках программ. Они же сами станут родителями, да? То есть поэтому мы и приобщаем их к этой работе, чтобы они уже понимали какие-то определенные направления в дальнейшем воспитании своего ребенка. То есть делается все, чтобы родители не выпадали, да, из педпроцесса? Да. А насколько доступно? Вот онлайн... Телефонный звонок, насколько линии свободны, есть ли там ажиотаж у вас, вот какой охват там, может быть, есть же недовольные всегда у нас родители, какой отклик вы получаете вот непосредственно?
Ну, таких конкретных, вот как руководителю, да, жалоб, ничего такого не поступало. У нас есть возможность оценить качество оказанной услуги. Это и анкетирование на портале «Растим детей РФ», такая есть возможность. Федеральный портал. Да, да. И так как на горячую линию подключено очень много телефонов, то если один занят, то сразу другой город отвечает и имеет возможность ответить. А если уж лично говорить о том, как отвечают родители, то это конкретно консультант. Да, вы знаете, вот наиболее успешной формой работы и наиболее эффективной является, наверное, небольшое по численности родительское собрание. Когда вот есть какой-то конкретный запрос, есть какая-то проблема, и она обсуждается. И тогда есть возможность продолжить работать еще, например, в сферуме. Мы сейчас работаем, раньше работали в Zoom, да? В сферуме задавать вопросы, обсуждать. И у нас иногда само собрание длится там определенное время, а вот само обсуждение идет значительно больше по времени. Начинается обсуждение какой-то темы, конкретного ребенка, детализация какая-то, нюансированность какой-то ситуации. И тогда вот само обсуждение форума – это гораздо интереснее и больше по времени, чем проведенное родительское собрание. Это очень здорово. Это наиболее эффективная форма работы, как мне кажется. А вот если говорить про индивидуальные моменты, да, это всегда хорошо, когда родители вообще организуются в какие-то комитеты, собрания, что не всегда происходит снизу, но все-таки. Да. А вот индивидуально бывает такое, что именно вы чувствуете по обращению, что здесь нужна психологическая, там, может быть, не знаю, там, неврологическая или психиатрическая какая-то помощь. Такие случаи были, эпизоды у вас? Вот как быть? Ну, несколько раз консультанты-психологи говорили об этом, да, но, опять же, здесь не наша работа уже. Мы тактично родителю доносим, что мы консультируем по вопросу именно обучения, воспитания, развития ребенка. А если необходима какая-то другая помощь, мы можем дать контакты для того, чтобы родитель мог обратиться. Также, наверное, и с помощью логопеда тоже, да? Вот если спрашивают, да, у вас тоже есть к кому направить? У нас, да, услуги оказываются содержательного характера и диспетчерского. То есть мы можем дать определенные контакты, куда направить родителя. Угу. Вот еще затрагивали такую тему, как вот дополнительное образование. И, наверное, где-то можно это пересечь как вот совместный досуг, наверное, да? Я знаю, что у нас в регионе практикуются такие формы, когда педагоги привлекают в какое-то мероприятие и детей, и их родителей. Вот насколько это важно, на ваш взгляд? Ну, конечно, вообще, естественно, опять вернемся к методу воспитания собственным примером. Если родители занимаются спортом и ведут ребенка в бассейн, в спортивный зал, то, естественно, он и будет заниматься. Если родители инертно сидят в телефоне и потом за это ругают, за гаджет ругают детей, ну, какой смысл ругать, если ты сам подаешь пример вообще того, как нужно деструктивно проводить время без пользы для здоровья, для развития и так далее. То есть, конечно, очень интересно, когда и таких возможностей очень много предоставляет и город, и область организованно проводить время с детьми сегодня, но столько у нас этих зон отдыха, где совместно родители с детьми могут замечательно, содержательно, наполненно провести вот эти выходные, каникулы и так далее. И очень довольны нашей вожатой работой. Вот летом, лето у нас очень успешно прошло. Хочется добрые слова сказать о лагере «Зорница», лагерь «Факел», где работали вожатыми наши дети, студенты, я имею в виду. И лагерь, естественно, «Самородово», это база практики. То есть, ну, и летний отдых организован, и всегда родители, естественно, являются организаторами этого отдыха. Дело в том, что сегодня действительно... То есть вы их расшевеливаете все равно как-то, чтобы они организовывали. Вы знаете, не мы жизнь расшевеливаем, здесь не мы расшевеливаем. Здесь совершенно очевидно, что нужно с ребенком заниматься. Но огромное количество вот развлечений и возможностей представлено бесплатно. Но ведь все равно родитель везет до этого бесплатного кружка, секции. Родитель жертвует временем. Это нужно как-то перекраивать режим жизни семьи, чтобы бабушка... Но это же нужно, мама, все равно в любом случае обязательно нужно. Ну, то есть здесь должны быть ресурсы какие-то. Мы можем предоставить или как в роли диспетчеров показать, куда можно направить, но все равно в конечном, скажем так, результате, итоге семья принимает решение, куда водить, сколько это будет стоить. То есть здесь наши... Такие вопросы мы как раз-таки обсуждали. У нас был онлайн-форум родительский. И очень много родителей было приглашено, и педагогов доп. Образования, Полиничка. Помните, вместе? Да, конечно. Да? Мы поднимали эти вопросы, как раз-таки тоже обсуждали. Ну, вам хочу пожелать успехов в вашей дальнейшей педагогической, психологической работе. Спасибо. А
Нашим родителям хочу еще раз напомнить, что в Оренбурге действует в нашей области родительский университет, где вы можете учиться. Компании из 18 регионов России, Казахстана, Беларуси, Киргизии, Турции, Китая, в Оренбургской области. Всех собирает агропромышленная выставка «Миновой двор». Итак, выставка «Миновой двор» открыта. Сейчас на этой площадке местные и приезжие производители представляют свои товары. Всего же за время работы выставки о себе заявят более 130 компаний. Они представят технику, оборудование, сырье для животноводства, растениеводства, пищевой промышленности и не только. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вместе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым оценивает продукты. Каждый третий арбуз Оренбургской области в стране. Этот хлеб и хлебобулочные изделия привезли из Новосергиевского района Оренбургской области. Мы первый раз приехали на Миновой двор, на эту выставку. Для нас это очень волнительно, переживательно, понравится, не понравится наша продукция. Потенциальные покупатели пробуют продукты. Хорошо, что пробуют такие ярмарки, потому что все, ну как говорится, от производителя и видно качество товара и... Ну, всем, как говорится, удобно на вкус и все можно определить. На выставочных столах мясная, молочная продукция, мед. Экспозиция на 9000 квадратных метрах. Миновой двор – это и обсуждение актуальных вопросов. Их, конечно же, немало. На пленарном заседании говорят об устойчивом развитии агропромышленного комплекса. У региона большой потенциал. Он на втором месте по площади сельхозугодий в России и на третьем по пашне. Профильный министр отмечает, сегодня волнует рост цен на горючие смазочные материалы. И многие регионы Приволжского округа, как и мы, подали фас на то, что необходимо все-таки в соответствии приводить цены на ГСМ, потому что сегодня как никогда нужно дистопливо. Пик идет работ, идет уборка, идет заготовка кормов, сеев озимых, вспашка зяби, самый пик работ. В центре внимания обеспечение населения продовольственной безопасности. Член комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации Андрей Аникеев делится своими наблюдениями. Езжая на федеральные выставки, на региональные выставки, и посещая сегодня предприятия, многие, видишь, как сегодня меняется сельское хозяйство. Оно становится технологичным, современным. И самое главное, что мы сегодня достигли как раз экономической продовольственной безопасности. То есть мы достигли продовольственной безопасности, что было очень важно. Волнует и экспорт продукции агропромышленного комплекса на рынке приоритетных стран. Правительство Оренбургской области и Евразийская агрологистика подписывают меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Евразийская агрологистика – координатор проекта «Евразийский агроэкспресс». Это совместный проект государств, членов Евразийского экономического союза. Он направлен на развитие ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В Минсельхозе региона подчеркивает, соглашение поможет сельхозпроизводству области работать результативно с большими перспективами развития. Оренбургская УФАС обсуждает антимонопольный комплаенс среди хозяйствующих субъектов. Чтобы те организации, которые являются, так сказать, монополистами, могли в своем составе иметь специалистов, которые бы занимались вопросами антимонопольного регулирования, то есть чтобы мы с ними связывались. Говорят и о земельных аукционах. Их проводят все муниципалитеты. Важно, чтобы в процессе не были допущены нарушения. Выставка «Миновой двор» дает возможность студентам окунуться в профессию. В этом году более 150 юношей и девушек ежедневно посещают площадки. Ребята внимательно слушают профессионалов, оценивают технику будущего. Возможно, именно им предстоит на ней работать. Самое время подвести итоги сразу двух конкурсов. В финале выставки «Миновой двор» награждают победителей регионального этапа всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Среди лучших – компании и фабрики по производству мясной продукции, промышленных товаров, изделий народных и художественных промыслов. Конечно, приятно, очень приятное ощущение, что наша продукция заняла достаточно хорошее место на региональном этапе. Надеемся, что на федеральном мы также будем лауреатами, как и каждый год. Вручают награды победителям регионального конкурса «Наша марка». Залог успеха, уверены лидеры, в пользе. Для нас важно, как ремесленников, чтобы наш продукт был нужен людям, чтобы он покупался, и чтобы люди
возвращались к нам еще и еще раз. Вот тогда мы понимаем, что это именно то, что нужно людям. Агропромышленная выставка «Миновой двор» завершается, как и должна была, ярко. Впереди работа по всем намеченным планам, вопросам и задачам. Здравствуйте! Самое время узнать, чем интересовались у Яндекса оренбуржцы за последние сутки. Это «Всплеск интересов». С вами Елена Еремина. И по традиции пятерка самых популярных запросов. На пятом месте нашего рейтинга запрос «Результаты выборов». 51 всплесковый балл. Ряд СМИ публикуют в интернете информацию об итогах прошедших выборов в России. Россияне голосовали с 8 по 10 сентября. Таким образом, в России выбрали глав 21 региона. В Оренбурге подвели итоги выборов и до выборов депутатов городских округов, муниципальных районов и сельских поселений. Жители нашего региона вводили в поисковик результаты выборов в России 2023 онлайн. 57 всплесковых баллов у спортивного запроса «Матч Медведев-Джокович» и четвертое место в нашем рейтинге. Оренбуржцы вводили в поисковик «Смотреть», «Смотреть онлайн-трансляция». Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале открытого чемпионата США сербу Новаку Джоковичу в трех партиях. Любители тенниса искали подробности встречи. Новак Джокович завоевал 24-й титул на турнирах «Большого шлема», выиграв в трех сетах. И тройку лидеров открывает также спортивный запрос «Матч Хорватия-Армения». 58 всплесковых баллов. 11 сентября в отборочном матче Евро-2024 на поле встретились сборные Армении и Хорватии. В результате сборная Армении уступила, счет 0-1. Конечно, любители футбола искали все подробности игры. В поисковик были введены итоги «Футбол-2023», обзор голов. На втором месте запрос Ким Чен Ын. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Оренбуржцы хотели узнать больше об этом факте. Их интересовали возможные темы обсуждения в ходе визита. Так, в ряде СМИ пишут, что основной темой обсуждения с президентом России Владимиром Путиным будут двухсторонние отношения. И первое место у запроса 11 сентября – теракт в Америке. Сразу 71 всплесковый балл. В ряде СМИ пишут, что 11 сентября в Нью-Йорке вспоминали погибших в теракте 2001 года. Напомним, тогда два пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург. Только в Нью-Йорке погибли 2749 человек. Оренбуржцы искали подробности случившегося. На этом все. Мы следим за запросами пользователей Яндекса в Оренбурге каждый день. Оставайтесь с нами и до скорой встречи.
эфире новости дня, в студии Даниил Добрин. Здравствуйте. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И вначале коротко некоторые темы выпуска. В Оренбурге работал заместитель генпрокурора России. Николай Шишкин взял под контроль ситуацию с ремонтом кровли во второй гимназии. Орскнефть-Оргсинтез начал отгружать дизельное топливо на нефтебазы в Орске и Оренбурге. Аграрии смогут продолжить уборку и сев озимы. Таможня помогает фронту. В зону специальной военной операции отправлены сотни комплектов защитной амуниции. Проверки суррогатного алкоголя вновь продолжаются. С начала года в Оренбурге изъято свыше 3 500 литров. В Оренбурге появилась необычная дорожная разметка. То ли дорожники что-то напутали, то ли в правилах ПДД появились новшества. Владимир Путин отметил 4 оренбуржцев государственными грамотами. Соответствующий указ подписан президентом, сообщают в правительстве области. Почетную грамоту президента России за трудовые успехи и многолетнюю работу получит глава Тотского района Владимир Ковешников, а также глава Ташлинского района Владимир Сусликов. Среди награжденных начальник управления по развитию потребительского рынка Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Евгения Прокофьева. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетной грамоты будет отмечена учитель 3-го лицея города Оренбурга Татьяна Воробьева. Напомним, почетная грамота президента является одной из самых престижных наград. Она вручается государственным лицам, деятелям в области науки, культуры, искусства, воспитания, просвещения и спорта, авторитетным представителям общественности и деловых кругов, тем, кто внес значительный вклад в реализацию государственной политики страны. Заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин во вторник работал в Оренбурге. В программе общение со студентами и преподавателями вузов, которые готовят юристов, а также проблемная ситуация во второй гимназии областного центра. Все подробности в материале Айнуры Алиевой. Гимназия старой постройки. Требовался ремонт кровли. По решению прокуратуры муниципалитет выделил необходимую сумму. Но вот только с подрядчиком не повезло. Из выделенных чуть более 2 миллионов было потрачено всего 50 тысяч. Организация лишь создавала видимость работы. Крышу разобрали. На этом процесс прекратился. Подрядчик скрылся. Была проведена проверка и возбуждено уголовное дело. В этом году казалось, что все сложилось, и деньги нам муниципалитет выделил. И на торги мы вышли, и проект откорректировали, потому что время прошло уже. Но нам очень не повезло с подрядчиком в этом году. И вот это, вот, наверное, самая большая боль. Разобраться с этой проблемой приехал заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин. Он осмотрел здание, узнал все подробности и взял под контроль ситуацию. Сейчас у гимназии уже есть новый подрядчик. За месяц удалось восстановить часть кровли. Впереди еще много работы. Мы заключили договор, что разрешено законом, с единым подрядчиком. Кровлю на спортзале сделали новую. Кровлю вот над двухэтажным зданием центральным нашей гимназии подрядчики, там, где она протекала, они ее подремонтировали, чтобы этот год мы спокойно проучились. Кроме обсуждения вопросов в гимназии, заместитель генпрокурора России Николай Шишкин встретился с преподавателями высших учебных заведений. Во время круглого стола обсудили вопросы материально-технической базы, а также подготовку студентов для дальнейшей работы в органах прокуратуры. Мы стимулируем наших сотрудников, чтобы они приходили к вам, чтобы они встречались со студентами. Пусть из этих студентов, ну, ничтожный процент, там 3-5% заинтересуются работой в прокуратуре, но чтобы они видели живого прокурора, чтобы они из его уст слышали, чем занимается прокуратура, чем должна заниматься прокуратура. Затем была организована встреча со студентами вузов, которые готовят будущих юристов. Каждый мог задать интересующие вопросы. Кто-то из этих учащихся, возможно, посвятит свою жизнь прокурорской деятельности. Айнура Алиева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Предприятие «Орскнефть-Оргсинтез» начинает отгружать дизельное топливо на нефтебазы в Орске и Оренбурге. С аграриями заключаются первые договоры, сообщает Денис Паслер в своем телеграм-канале.
Как поясняет глава региона, Министерство сельского хозяйства области совместно с Орскнефтеоргсинтез проработали схему обеспечения наших аграриев топливом для бесперебойного окончания уборочной и посевной кампании. Достигнуты договоренности о переводе части экспортных поставок топлива на внутренний рынок Оренбуржья. Отгрузка в территории региона будет увеличена в 2 раза, чтобы выровнять цены. Минсельхоз отработает организационные моменты. Важно устранить дефицит топлива. У нас все для этого есть. В ближайшее время определимся с объемами. Вопрос решается в том числе и на федеральном уровне. Сельскохозяйственный календарь требует строгого соблюдения сроков, поэтому важно, чтобы все было выполнено вовремя. Уже на этой неделе начнется отгрузка топлива в хозяйство. Техника продолжит работу в полях. Таможня помогает фронту. В зону специальной военной операции отправлены сотни комплектов защитной амуниции. Откуда подарок бойцам, узнал Александр Кайвалапов. 40 мешков с востребованными в зоне специальной военной операции наколенниками и налокотниками везли предприимчивые гости из Узбекистана. Они планировали на них заработать. Однако благодаря действиям самарских таможенников и пограничников весь этот товар попадет на передовую абсолютно бесплатно. В погоне за прибылью бизнесмены загрузили весь товар в отечественный «Ларгус», но были остановлены на пункте пропуска. Документов на амуницию у них не нашлось. Рыночная стоимость всего товара оценивается в 1,5 миллиона рублей. Теперь это все поступит на фронт бесплатно. Данные подлокотники и наколенники были нами обнаружены в ходе таможенного контроля на МАПС «Горчин», в результате чего впоследствии данный товар был не продекларирован участникам ВЭТ, после чего мы вышли в суд с предложением сделать товар бесхозным, соответственно, получили решение суда. После решения суда было принято руководством Самарской таможни передать данный товар для средств специальной военной операции. Военные грузят мешки с подарками в КАМАЗ и благодарят таможню. Налокотник, конечно, от пули или осколка не спасет, но при падении от ушибов и ссадин защитить сможет. В основном колени, конечно, но и налокотники тоже приносят свою роль, защищают от травм, порезов, ушибов. Таможенники готовы помогать фронту и далее. Из незаконного оборота изымаются моторное масло, запасные части к автомобилям, спортивные костюмы, кроссовки, которые также могут пригодиться бойцам на передовой. Александр Криволапов, Игорь Бероев. Новости дня. На Эреклинской ГРЭС создали первого в России робота. Он диагностирует оборудование на электрической станции. Это первый отечественный комплекс. Он состоит из наземной роботизированной самодвижущейся платформы и беспилотного летательного аппарата. Все необходимые опытные испытания уже прошли на Эреклинской ГРЭС. Человек задает диагностический маршрут, а робот выполняет поставленную задачу, собирает данные при помощи камеры. Время автономной работы роботизированной платформы до 4 часов. Собранные данные обрабатываются на сервере. Аналогов наземных роботов для диагностики состояния оборудования в России пока нет. Над созданием роботизированного комплекса работал коллектив ученых Уральского федерального университета совместно с Российским технологическим университетом. Над разработкой трудились около 3 лет. Сейчас ненадолго прервемся, и вот о чем расскажем далее в программе. Не переключайтесь. Проверки суррогатного алкоголя вновь продолжаются. С начала года в Оренбурге изъято свыше 3500 литров. В Оренбурге появилась необычная дорожная разметка. То ли дорожники что-то напутали, то ли в правилах ПДД появились новшества. Какой день на этой неделе будет самым теплым? Прогноз от синоптиков областного гидрометцентра. Это новости дня, мы продолжаем. По данным областного министерства сельского хозяйства, намолочено больше 2,5 миллионов тонн зерна. Средняя урожайность составила 14 центнеров с гектара. Убрано 73% площадей по всему региону. В этом году площадь уборки зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств области больше 2,5 миллионов гектаров. Лидерами по урожайности остается Курманаевский район. Там на 1 гектар приходится более 24 центнеров зерна. Дальше следует Бузулукский район – 22 центнера на гектар. Грачевский район – 21 центнер с гектара. Переволоцкий и Алексеевский районы с результатом почти 19 центнеров с гектара. Больше всего зерна намолочено в Курманаевском районе – 176 тысяч тонн. Свыше 100 тысяч тонн намолочено в Новосергиевском, Бузулукском, Бугуруслановском, Ташлинском, Илекском, Первомайском, Шарлыкском и Осикеевском районах. Ну а сейчас к ситуации на валютном рынке. Данные Центробанка России сейчас на вашем экране.
В Оренбурге с начала года изъято из оборота более 3500 литров нелегального алкоголя. Проверки продолжаются после массового отравления суррогатом в нашем регионе в октябре 2021 года. Только за прошлую неделю проверено 179 магазинов, ларьков и кафе. Проверки прошли в 39 муниципалитетах. Выявлено нарушение. Таких оказалось 64. Сотрудники полиции составили протоколы, изъято 50 литров сомнительного алкоголя. Всего же с начала года выявлено почти 1500 нарушений, а из оборота изъято более 3500 литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Напомним, случаи массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области произошли в октябре 2021 года. Тогда в сомнительной продукции был обнаружен метиловый спирт. Жертвами паленки стали жители Домбаровского, Адамовского районов, Ясненского городского округа и Орска. Возбуждено 14 уголовных дел. В Оренбурге появилась необычная дорожная разметка, которая вводит автомобилистов в заблуждение. На въезде в областной центр со стороны колхоза имени Ленина двойная сплошная увеличилась вдвое. В правилах дорожного движения подобной разметки, которая состояла бы сразу из четырех полос, нет. Возможно, дорожники для большей надежности разделили транспортные потоки четырехполосной сплошной. Краски явно не жалели. Тем временем на отремонтированных городских дорогах разметки до сих пор нет. Такие претензии в адрес властей города Оренбурга высказывал губернатор Денис Паслер на одном из последних заседаний областного правительства. Не исключено, что дорожники по ошибке раскрасили белые линиями не те дороги. Как бы там ни было, но подобные новшества удивили и потешили оренбуржцев. В Оренбурге появится новый автобусный маршрут. Он разработан специально для жителей новых микрорайонов ЖК «Победа», «Ботанический сад» и «Времена года». Презентацию нового маршрута представили на заседании городской транспортной комиссии. Маршрут номер 82 начнет свою работу совсем скоро, поясняет в администрации города. Его ждут жители новых микрорайонов. Количество новоселов с каждым годом прибавляется, и уехать, по словам людей с этих районов, особенно в час пик, довольно проблематично. Решить наболевший вопрос призван новый автобусный маршрут, который должен соединить торговый комплекс «Медовый» и железнодорожный вокзал с движением через улицу маршала Рокоссовского. Однако перевозчик ждет официального открытия построенной магистрали. Планируется, что зеленый свет движения транспорта будет дан в ноябре. Пока же 82-й маршрут будет следовать по измененной схеме. От ТК «Медовый» через улицу «Березка» и далее по улице Терешковой до конечной остановки ЖД «Вокзал». Оценить новый маршрут горожане смогут уже в ближайшее время, говорят в администрации. Планируемая дата начала работы – 18 сентября. Подведены итоги первого дня военно-спортивной игры «Зорница-Поволжья». Напомним, финальные состязания юнармейцев стартовали в Оренбурге 11 сентября. Участие в соревнованиях принимают 18 команд. Преодолели ров, лабиринт, разрушенную лестницу, стену и траншею. Полоса препятствий сходу показала подготовку участников. Лидерами состязаний стали юнармейцы Нижегородской области. Второе место заняли представители Оренбургской области. Третьей финишировала команда Пермского края. Также конкурсанты показали свои возможности в силовой гимнастике. Юноши выполнили подтягивания на высокой перекладине, девушки – отжимания. Победителей определяли в личном и командном первенстве. По предварительным результатом наибольшее количество баллов набрала Республика Татарстан. Второе место заняла Нижегородская область. Третья позиция у Оренбургской области. Вечером для участников окружного финала прошла экскурсия по выставочному комплексу «Салют Победа». Юнармейцы возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память героев. Во вторник – очередной конкурсный день. Он начался с представления визитной карточки команды. Затем состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и бегу на 60 метров. Этапы проходили в санаторно-оздоровительном лагере Самородова. В рамках ежедневной образовательной программы далее пройдет тематическая встреча «Сохраняя прошлое, создаем будущее». Окружной финал юнармейской военно-спортивной игры «Зорница-Поволжья» в нашем регионе будет проходить до 16 сентября. Участие в нем принимают 18 команд из всех регионов Приволжского федерального округа, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. О спорте. Две победы в трех матчах. Волейболисты оренбургского «Нефтяника» открыли сезон выступлением в Кубке России.
Первый этап традиционного Кубка Ревы наша команда проводила в Уфе, где собрались 4 клуба Суперлиги – «Нефтяник», «Енисей», «Нова» и «Урал». Сначала оренбуржцы провели продолжительный 5-сетовый матч с «Енисеем». В напряженнейших стартовых партиях наши взяли первую – 25-23, красноярцы – вторую – 29-27, отыграв 4 сетбола. Затем опять обменялись победами, а на тайбрейке борьба очко в очко завершилась в нашу пользу – 15-13. Получилось хорошо побороться, получилось посмотреть практически на всех игроков. Так или иначе, это первая официальная игра в новом составе. И очень много интересного увидели. Да, проиграли бы тоже, были бы не сильно расстроены, но поскольку выиграли, довольны результатом. Следом «Нефтяники» встречались с «Новой». Наш соперник по минувшему плей-ауту нацеливается на новые задачи. В межсезонье состав новокуйбышевского клуба пополнили связующий сборной Австралии Досанж и наш старый знакомый Максим Пурин. Усилившиеся волжане выиграли стартовый сет 25-22, а наши и гораздо крупнее все последующие. Итог 3-1. В целом выдержали всю игру, съем держали и защищались хорошо, на блоке хорошо, я считаю, сыграли. Начало сезона, пока нет химии в любом случае. Многие команды обновились, поэтому как бы пока все сыгрываются, и поэтому такой волейбол вязкий достаточно. Еще никто не на пике формы точно. В башкирском туре оренбуржцы презентовали все 3 комплекта игровой формы. Красную, синюю. В завершение с хозяевами из Урала сыграли в белой. Она принесла удачу лишь в первой партии 25-20. После чего уфимцы обрели уверенность и взяли 3 сета подряд. Допускали минимум ошибок. В принципе, упустили только второй сет, но там начала рисковать команда на подаче. Поэтому где-то там прием чуть-чуть провалили, но справились. Внесли корректировку, да, справились, разобрались уже в третьей партии. В результате «Енисей», «Урал» и «Нефтяник» имеют по 2 победы при 1 поражении. Но по очкам оренбуржцы пока третьи. Второй этап наша группа проведет через 10 дней в Красноярске. Анатолий Юденич, Егор Катаев. Новости дня. И теперь о погоде в нашем регионе. В ближайшие 2 дня область будет находиться под влиянием тыловой части циклона. Ветер северо-западного направления. Так сообщают в областном гидрометцентре. Дожди ожидаются в первой половине недели, затем на выходных. В среду осадки пройдут в западном, центральном и восточном районах. Температура все еще остается прохладной. Ночью от 4 до 9 градусов, днем от 12 до 17. В среду будет легкое потепление. Начиная с четверга и, в принципе, в пятницу наша область будет находиться под влиянием антициклона, под влиянием гребня. Поэтому здесь у нас осадки практически прекратятся. Если они будут, то будут иметь несущественный характер. Это в основном юг области, юго-восток области. Ну, небольшой дождь еще возможен, но в целом без таких сильных осадков. На выходных ожидаются дожди на севере и востоке области. Ветер северо-западного направления. Самый теплый день на этой неделе – воскресенье, от 16 до 21 градусов. На этом все. Напоминаю, еще больше информации на нашем сайте urttv.ru. Также присоединяйтесь к группам телеканала в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8 987 852 6011. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. С метеопрогнозом Анастасия Рыбалкина. Через пару секунд я поделюсь с вами, какая погода ожидает нас в ближайшие сутки. Здравствуйте! Уважаемые родители, спешите получить информацию о получении социального сертификата на обучение по дополнительной образовательной программе, которая доступна в личном кабинете на госуслугах с 1 сентября 2023 года. Консультации по телефону 43 50 93 или по адресу: город Оренбург, улица Советская, дом 41, областной дворец имени Поленичка, региональный модельный центр дополнительного образования детей.
севера на регион будет распространяться гребень антициклона, то есть поле повышенного атмосферного давления, которое будет способствовать улучшению погодных условий. Количество облачности уменьшится, осадки пройдут лишь в отдельных районах, а температурный фон будет слабо расти. В ближайшие сутки облачно с прояснениями. Ночью преимущественно в западных и восточных районах, а днем преимущественно в западных и центральных небольшой дождь. Ночью и утром в западных и центральных районах туман, ветер северной четверти с переходом на восточную четверть. Ночью 3,8 метра в секунду, а днем 5,10. Температура воздуха ночью 4,9 со знаком плюс, днем плюс 14, плюс 19 градусов. И по районам подробнее. На западе области ночью 6,9 со знаком плюс, а днем плюс 16, плюс 19. Центр и юг в ночное время плюс 6, плюс 9, днем плюс 16, плюс 19. На севере ночью 5,8 со знаком плюс, а днем плюс 14. Плюс 17. На востоке в ночное время плюс 6, плюс 9 градусов, днем плюс 15, плюс 18. В Оренбурге в ближайшие сутки временами небольшой дождь. Температура воздуха ночи плюс 6, плюс 8, днем плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба и будет расти. Впереди нас ожидает облачная погода с прояснениями. Проведите эти осенние дни с пользой для себя и своих близких. Всего доброго и до встречи! Самолет «Сочи-Омск» экстренно сел в поле в районе села Каменка Новосибирской области. Приземлиться в аэропорту он не смог и подал сигнал тревоги. На рейсе уральских авиалиний было 159 человек, в их числе 23 ребенка. Обошлось без пострадавших. Причиной экстренной посадки, по предварительным данным, стали проблемы с гидросистемой. Фюзеляж не разрушен, люди эвакуировались самостоятельно по трапам. Российский город Гроховец подал заявку на включение его в список ЮНЕСКО. Город с населением чуть более 12 тысяч человек находится на границе Нижегородской и Владимирской областей, примерно в 350 километрах от Москвы. Археологические находки свидетельствуют о том, что город был основан в 1168 году. Само слово «горох» появилось на 300-400 лет позже, чем город Гроховец. Такая основная, самая известная среди местных жителей версия рассказывает о том, что появилось название от старого русского слова «ховаться», то есть прятаться, теряться, прятаться за горами. По преданию, местные жители прятались за холмами во время татаро-монгольских набегов. В XVI веке татары Гроховец почти полностью разрушили, но местные жители быстро его отстроили и укрепили. Гроховец – один из немногих городов России, сохранивших до наших дней оригинальную архитектуру XVII века и старинную планировку улиц. Он объединяет уникальное сочетание ландшафта и градостроительства, более 8 веков истории, около сотни культурно-исторических памятников и уникальное деревянное и белокаменное зодчество. Решение о зачислении города в список всемирного наследия ЮНЕСКО может быть принято на заседании комитета организации в Саудовской Аравии до 25 сентября. Кто самый ленивый человек в Черногории, выясняют на конкурсе. Победителя ждет денежный приз. Необычное соревнование проходит в деревне Брезна уже 12-й раз. 7 участников из 20 заявившихся лежат уже 20 дней. С момента старта прошло 463 часа. Предыдущий рекорд – 117 часов лежания – уже побит. По правилам соревнования участники должны лежать в горизонтальном положении. При этом они могут есть, пользоваться мобильными телефонами, ноутбуками и читать книги. Не допускается даже посидеть. Каждые 8 часов участникам дают 10 минут перерыва на туалет. Победитель получит звание самого ленивого человека Черногории и приз в размере 1000 евро. В Мадриде отпраздновали день рождения панд-близнецов. Пандам в зоопарке Мадрида исполнилось 2 года. Их угощают замороженным тортом из яблок, меда и винограда. Для маленьких панд дожить до такого возраста уже достижение. Они рождаются настолько маленькими и беззащитными, что первые 3 месяца жизни им даже не дают имена. Так велика вероятность гибели. Но эти малыши справились. Братья родились в сентябре 2021 года и весили около 140 граммов. Теперь весят более 70 килограммов. Они уже почти такие же крупные, как их мать.
мама. Когда братья-близнецы вырастут, их отправят в Китай на исследовательскую базу по разведению больших панд. Китай дает бамбуковых медведей зоопаркам только в аренду на срок до 10 лет. Все родившиеся малыши по умолчанию являются собственностью КНР.